Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханако Арасаки внезапно всплыли на параде повозок Дайо.
Осторожно! Лагере Альдека. Погоди-ка, да я ж тебя знаю. Видел в лагере Альдекальдо. Тебя все звали Вии, так? Ну да, это я. Ха. Тебя прислал кто-то из наших? Я здесь случайно, никто меня не присылал. А что такое? Зачем кому-то меня присылать? Кэрол и Кэс пошли закрывать сделку с мусорщиками. Мы сперли для них пару навороченных имплантов. И? И я уже заманался ждать. Что-то здесь не так. Пойду проверю, как дела. Вдруг помощь нужна. Да, погоди ты. Только зря их разозлишь. Просто стой на стрёме. Ты получил то, что просил. В чем проблема? Проблема в том, что вы опоздали на долбанных 3 дня. Я уже объяснила, была песчаная буря, мы... Знаешь что? Меня это вот вообще не ебет. Из-за вас мы потеряли тонну Эдди. Надеюсь, не помешал. Ну как вы? Не надо.
А зачем тогда они посадили снайпера? По-другому бы не закончилось. Возможно. Но теперь мы этого не узнаем. Да не пили ты парня. Сама знаешь, нет худа без добра. Как вышло, так и вышло. Ты полез в клетку со львами, чтобы помочь нам. Почему? Так велело твое сердце. Немногие на это способны. Особенно здесь. И за деньги такое не купишь. Кстати, о деньгах. Ни к чему им тут валяться. Спасибо тебе за все, Ви. Увидимся. Я на месте. Тик-так, тик-так, тик-так. Привет, Ви. Как твоя жизнь? Не восторг. Да, наверное, нетрудно догадаться. Классная тачка. Новая? Нет. Из тебя прямо слова не вытянешь. Ну да. Извини. Ладно. Что случилось? Мне надо с кем-нибудь поговорить. Ну? Сначала посмотри. Привет. С вами Ариф Экбал и новости на WNS. Опять мертвые политики. Тема дня. Посмотрим. Обычный дорожный досмотр навел полицию Найт-Сити на след опасного похитителя и убийцы. Его поймали на пересечении 7-й улицы и 15-й авеню. Видео снято полицией на месте событий. 10.38, повторяю, 10.38. Регистрационный номер 2АА6244. Выходим из машины. Принято.
Из машины, руки вверх! Тише, офицер. Спокойно. Пасть заткни! О, черт! Тут 10.53 и 54. Повторяю, 10.53 и 54. Парень на этой записи — Левар Мартинес. 17 лет. Родители заявили о его исчезновении месяц назад. К сожалению, спасти Левара не удалось. Его организм не смог выдержать сильного септического шока. Отчеты о вскрытии показали, что подростку вводили опасные дозы гормонов, анаболических стероидов и стимуляторов. Личные вещи и генетический материал еще семерых пропавших подростков были найдены в машине, принадлежащей некоему Энтони Харрису. К сожалению, их судьба по-прежнему неизвестна. Преступник, известный под псевдонимом Питер Пен, выжил после ранения. Но в сознание так и не пришел. Ты что, его допрос расследовал пока его дело? Невозможен. Никогда о нем не слышал. Оставайтесь с нами, даже и вы узнаете новые подробности этой истории. А в чем проблема, если его уже поймали? Мой племянник Рэнди пропал не так давно. А в этой записи на парне были его ботинки. А, блядь. Ты что-нибудь знаешь о том, как он исчез? Почти ничего. Мы с сестрой не очень тесно общаемся. Я отмахивался от нее, а был ей нужен как никогда. Они боялись, что ты примешь все близко к сердцу, и отстранили тебя. Скорее, приказали даже не приближаться. Следствие отдали Гонагалу. А он мало того, что тупой, так еще и не делает нихера. Я бы этого так не оставил. Знаю. Поэтому и прошу тебя помочь. А что мы должны сделать? Допросить этого овоща у нас не получится, но можем посмотреть его сны. Прости, сны? Да. Идем, расскажу все по дороге. Это экспериментальный метод, но польза от него уже есть. Они записывают сны и создают из них брейн-данс. У тебя есть доступ к этим снам? Еще нет, но их хранят в лаборатории, куда мы идем. Ты договорился о встрече? Не совсем. Мы пойдем туда вместе, но не через главный вход. А, предлагаешь нарушить закон? Мы просто сделаем, что хотели, и быстро выйдем. Я тут первый раз, понадобится твоя помощь. Отлично. Тут никого. У них сейчас разгар аудита, так что можешь шуметь. Где может быть этот брейн-данс? Надо найти комнату, где редактируют сны детей с аутизмом. Не забудь. Настоящее имя Питера Пэна – Энтони Харрис. Здесь мы явно никаких брейн-дансов не найдем.
Тут закрыто. Блять. Эй, Ривер, я его нашел. Нашел что-нибудь? Пока нет. Энтони Харрис, посмотри в ящиках. Билл Грэм? Нет, Энтони Харрис. Кто-то хочет стать копом, когда вырастет.
Неплохая техника. Их руководство знает, на что тратится. Ривер, а какой-нибудь дворник не мог тебя сюда пустить? Чем меньше людей узнают, что я сую нос в чужие дела, тем Ривер. Лучше. Я Вэнь. Что ты здесь делаешь? Тебя же выперли из полиции. Не выперли, отстранили. А ты, собственно, кто? Я вызываю реальную полицию. Эй, погоди, просто послушай меня. Нарываешься, Ривер? Тебе что, проблем не хватает? Харрис похитил моего племянника. Мне очень жаль. Но мы тут храним доказательства. У нас четкие инструкции. Инструкции? Мы говорим о жизни его родственника. О жизни ребенка. Полиция уже ведет расследование. Тебе пора. Уходи, живо! Мы не уйдем без снов Питера Пэна. Последний раз повторяю. Вон! Я Вэнь, твою мать, ты кем себя возомнила? Помнишь свой первый экзамен по медицине? Тот самый, который ты так замечательно сдала. Наверняка помнишь. В женском туалете неожиданно начался пожар. Всех эвакуировали на 2 часа. Охренеть, и ты решил мне сейчас это припомнить? Чтобы я вас здесь никогда больше не видела. Тебя особенно. Ты плохо его знаешь, да? Он тот еще мудила. Мы с ним нормально дружим. Он меня пока не подводил. О, я тоже думала, что мы дружим. И поэтому ты не хочешь ему помогать? Нужны сны Харриса. Где они? Он не видит снов. Что? Почему? Пуля повредила кору головного мозга. Мы фиксируем только отдельные вспышки. Похоже, это тупик, Ривер. Мне жаль. Рано сдаваться. Попробуем аудиовизуальную стимуляцию. Не выйдет. Он не в спектре. К детям помогают пробиться их любимая песня или фильм. Можно попробовать. Да, принцип тот же самый. Стимуляция гипоталамуса и выработка гормонов. Но Харрис не ребенок. Я не испытывала этот метод на взрослых. Это чем-то обусловлено? В отличие от Ривера, я ходила в мединститут и изучала нейробиологию. А не читала книжки про тайны мозга у соседа по вагону метро. Будем пробовать. Я даже не знаю его предпочтений. Я что-нибудь найду. Так значит, ты не против? Все. Идите. Я открою вам главный вход. Поехали, Ви. Я знаю, с чего мы начнем. Кстати, что ты знаешь про биочипы? Вот биочип Арасаки, например. Он предназначен для хранения нейронной энграммы. Но если по-простому, на него копируют память и личность человека. Да, это я понимаю. Мне вот что интересно. Может записанная энграмма заменить собой личность носителя чипа? Заменить личность? Я не уверена, что это возможно. А откуда вопрос? Да так, просто. Из любопытства. Спасибо. Ну давай, спрашивай.
Не понимаю. Чего ж ты сразу не сказал, что тебя уволили? Не знаю. Ты иногда ведешь себя как дурак. Я в курсе. Просто мне трудно говорить о том, что меня сильно задевает. Понимаю. Хотя бы скажи, куда мы сейчас едем? К Джоз. К матери Рэнди. Она думает, что пацан просто сбежал из дома. Не говори ей пока про похищение. Расскажи-ка про Рэнди. Какие у него хобби? Мелкие кражи, наркота, побеги из дома. Вот его хобби. Дядя Коп расскажет о тебе только лучшее. Есть люди, у которых вечно какая-то лажа. Рэнди как раз такой. А что с отцом Рэнди? Пару лет назад его грохнули на разборках. Классный пример для подражания. Джосс осталась с тремя детьми. Но это не женщина, а скала. Ладно, допустим. А почему мы не будем искать квартиру Харриса? Дом. И я сомневаюсь, что он держал похищенных в подвале. Ну и вообще, мы пытаемся. Я хочу найти связь между Рэнди и Харрисом. Сомневаюсь, что найдешь. Других вариантов у нас нет. А ты не боишься, что Ивэнь пойдет и донесет на тебя своему начальству? Мы раньше дружили. Вряд ли она так поступит. Ну и плюс я знаю, какой грешок у нее за душой. Хоть и не собираюсь этим пользоваться. Ты уверен, что Ивэнь в итоге нам поможет? Да. Все наши ссоры всегда кончаются одинаково. Расскажу тебе как-нибудь за пивом. Давай думать о том, как найти Рэнди. Давай. Ну что ж, приехали. Давно я тут не был. А когда-то приезжал каждые выходные. И что? Многое изменилось? Такие места не меняются.